Доброго времени суток. Небольшое обновление мира Lineage 2 Mobile. Тренировочный лагерь Кирка. В период проведения ивентов дважды в день можно попасть в тренировочный лагерь Кирка. В рейд ивента можно войти при помощи иконки рейда рядом с картой. Ну как катакомбы отступников. Вы можете принять участие в рейде ивента, выбрав уровни 30, 50, 55, 60 и 70. Рейд состоит из 5 этапов. При уничтожении монстров, появляющихся в рейде, с определенной вероятностью выпадают указанные ниже предметы. Награды за обычных монстров можно получить в зависимости от вклада в победу. Ну, то есть, кто нанесет больше урона, тот и получит награды. А предметы, выпавшие из финального босса, могут получить все новобранец рыцари Кирка. Сияющая антикварная вещь, фрагменты воды, ветра, тьмы, земли, огня. Усиливающий камень магии может выпасть. Так, наставник рыцари Кирка, заряд души, кристалл, улучшенный кристалл. Финальный босс, видим расходнички. И фрагменты рецепта редкого создания, оружие, доспеха, украшения гигантов. Порошок пробуждения. Те, кто внесут свой вклад в уничтожение финального босса Кирка, с вероятностью 100% получат сундук прохождения тренировочного лагеря. Так, можно получить зелье развития 1 или 2 штуки. Реликвия энергии от 3 до 10. Сияющая антикварная вещь от 50 до 250 штук. Также, согласно вероятности, вы можете получить камень жизни духа, усиленный камень магии, благословенный камень жизни, благословенный камень духа. Усиленный камень магии, благословенный. Один из этих предметов. Так, следующий ивент. Зачистка мировых подземелий. Увеличен на 20% опыт. Башни дерзости, руины Биоры, Некрополь, остров пробуждения. И 12 часов дня будет присылаться письмо с энергией Инхаса 1000 единиц. Припасы для тренировочного боя. Эликсир наследника, пир наследника, святая вода наследника. И также вы можете получить свитки модификации. Третий сезон, второй недели, остров древних. Группа 1. Зигхард Эрика. Группа 2. Барс Леона. Также донат магазин. Набор ветра Агатионы. Песочные часы. Карта Агатиона от улучшенной до легендарной. 11 раз. Кристалл души от улучшенной до легендарной. Потом пособие на выбор. И сундук с брошью веры. Брошью веры. Чистый эликсир в количестве 3 штук. Зелье пробуждения. И 200 реликвий энергии. Также обычные паки. Если вы купите все паки, вы дополнительно получите еще 2 карты Агатиона. Улучшенный легендарный. Также сам пак, песочные часы, карта Агатиона высшего качества 11 раз, карта улучшенного Агатиона вечности 11 раз, ордена славы, знаки поручения, кристалл, улучшенный кристалл, сундук с пособием, реликвия энергии в количестве 120 штук. Это с одного пака. Зелье пробуждения среднего качества. И также карты класса. Если покупаете все паки, получаете дополнительно 2 карты класса. Песочные часы, карты класса. Ну, аналогичные награды дальше. И на этом ивенты обновления все. С вами, как всегда, Розе. Всем до новых встреч.